практически такой же, как само здание, так его еще и украшают колонны в древнегреческом стиле. Зачем? Вот те самые фотографии. Наличие фундамента такого размера очень удивило историков. Ведь когда строили здание Капитолия, во всем Вашингтоне проживало менее 8000 человек. Зачем в этой, по современным меркам, деревушке рыть такой глубокий котлован и строить подземный храм? Возникла версия, что подземное сооружение было построено еще до прихода европейцев на американский континент. Если посчитать, что такое была Америка до появления там белых людей, ну вот вы представьте, где-то десятки тысяч лет, когда жили на этой территории индейцы, и, конечно же, они оставили после себя огромное спиритуальное и духовное наследство на этой территории. В одном из первых интервью по горячим следам участникам штурма Капитолия прошла информация о том, что несколько погромщиков прорвались в подвальное помещение, и за ними побежали спецназовцы. Уже через несколько часов информация эта была как ударена из интернета. Именно тогда и была вытянута версия о том, что этими спецназовцами могли быть как раз те самые четверо погибших на Капитолии. Странно, правда? Кстати, похоже, побывавшие в запретном подвале гражданские разделили судьбу бойцов Центра спецопераций. Просто череда их смерти... Снимай, улыбайся там. Сам спит и жрет еще.